В избиркоме спокойствие и единодушие. Состав обновился быстро и почти без скандалов. Во главе органа стал Евгений Голицын, креатура губернатора. Губернатор также назначил 7 новых членов комиссии. Еще 7 прошли через заксобрание, конечно, по согласованию с губернатором. Правда, при формировании избиркома законодательная и исполнительная власть наплевали на многолетнюю практику и вышвырнули неугодных кандидатов из списков на утверждение. Так в новый состав не вошли представители региональной фракции партии пенсионеров. Вот, пожалуй, и все новости об избирательной комиссии на следующие 2 с лишним года.